بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما توفيقي إلا بالله وهو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Мы, исходя из важности темы риба, и на этом уроке расскажем с немного толкованием ту же самую тему риба, потому что у нас, торгуясь на базаре или в магазине, изучат этот муамала, изучат этот баб именно нужно из-за того, чтобы не попасть именно вот в этот риба. Потому что мы прошли, в прошлом уроке мы рассказали, какие аяты в Коране относительно этому риба. Такого содержания аяты мы прочитали вам, если не повториться аятами, такого смысла есть. Те, которые занимаются риба, они когда, после как они узнают, если они завяжут, оставят это, тогда для них руусу амваль их, свои капиталы бывшие, как они для них останутся, а все то, что они сверху взяли, этого нужно обязательно вернуть. У кого они взяли эти проценты, если, конечно, хозяева известны. Если неизвестны хозяева, тогда нужно избавиться от этого недозволенного, то, что они приобрели таким путем. Каким образом избавляются от такого имущества, мы вам рассказали, что его нужно отдавать, его нужно раздавать для масалиха амма, для общей нужды. На дороге, в мечети, в медресе, для мост, где строят мосты, но такие, где бы было более объемистое то, что получает вознаграждение хозяева этого самого имущества, которое оказалось на руках любого из нас. Если там же мы в аятах, вы помните, наверное, мы читали, что если после как узнают, опять, если продолжают заниматься этой же рыбой, не будет бояться от того, чтобы попасть рыба, если относится к этому так халатно, что Аллах и его посланник объявляет этому человеку войну. Так что, чтобы знать, для этого еще раз подробно, доступно мы расскажем, чтобы мы могли мы остерегаться от такого тяжкого греха, которого считается, этот грех считается из самых тяжких грехов, из самых тяжких семи грехов. Поэтому, как мы говорили в прошлом уроке, рыба, это может быть только в двух сделках. Нетрудно запомнить, только в двух сделках. В каких? В сделке купли-продажи и в сделке арда, то есть кредита. Это две сделки. Сначала мы расскажем в купле-продаже, где может случиться риба из сделок договора купли-продажи. Тоже мы рассказали, что это бывает только в двух тоже случаях. Каких? Когда идет бартер в продовольственных товарах. Бартер, почему говорю? Потому что продовольственные товары, продукты, когда продаются за продукты, тогда любые продовольственные товары, даже мы говорили, что вода входит в это число. Вода, сок, конфеты, даже в аптеках лекарства. Это даже входит в это число, в эту категорию.
Любой продовольственный товар, когда обменивается за другой продовольственный товар, обязательно это должно происходить только передавая из руки в руки, не откладывая. Любой продовольственный товар, когда обменивается за другой продовольственный товар, обязательно это нужно, оставаясь на месте до того, пока они разойдутся, чтобы это шло из руки в руки, передалось. Например, был на прошлом уроке такой вопрос задан. Если, например, где-то в Махачкале будет КАМАЗ горной воды, и здесь будет кому-то нужно делать бартер на, скажем, там картошку, сколько-то тонн, могут ли они обменять их, находясь в Хасавюрте, например? Вода в Махачкале, а картошка здесь. Вот такая, ну, скажем так, эта картошка, одно наименование продовольственного товара, вода горная, или там сок, лимонад, там, или что бы там ни было, или масло, или подсолнечное, что бы там ни было, которое входит, то, что входит в продовольственные товары. Есть такой выход. Как можно из руки в руки? Они же обе находятся здесь, в Хасавюрте, например, скажем так. Есть вот то, что мы говорили в предыдущие уроки, что мы назвали кабз, то есть прибирать в руки, прежде чем продавать товар, который приобрел через договор купли-продажи, он ее перепродавать не может никак до того, пока он не прибирает ее в руки, то есть он пока не принимает ее в руки к себе. Здесь то же самое, вот это вот, прибирать к себе в руки должен также и покупатель, и продавец, находясь в одном городе. Товар, который находится в других городах, обменивать. Для этого есть такой выход, если, например, контора у них здесь, или же, если даже не контора, не здесь, чек для выпуска товара, если на месте, находясь на месте, если передадут из руки в руки чеки, это тоже как бы называется «каблан хукмиян», и так тоже получается передача из руки в руки. То есть, находясь здесь, продавец и покупатель, картошка где-то в другом городе его, они знают, что за картошка, увидели, конечно, для того, чтобы продать, видеть, знать, что тоже нужно. Вот это то, что хотят, находясь в другом месте. Как можно ее передавать из руки в руки? А если не знали, ну, там в России картошка, здесь вода? Ну, для этого, то, что мы рассказали, то, что продается, ее нужно знать, ее нужно видеть, это уже, мы, конечно, это всегда в силе у нас. Но если там где-то в России картошка для этого и есть, мы сказали, такая сделка, которая называется саламдаром. Мы об этом же рассказывали, как это делается. Для этого есть определенные шуруты. И через это саламдаром можно товар, который находится вдали, на другом месте, продавать. Для этого какие были шуруты? Например, самый такой элементарный такой шарт, такое условие, о котором мы говорили, когда саламдаром делаем. В руки, чтобы передал стоимость этой картошки. Главное, вот здесь вот, когда они саламдаром делают, рассказывают все функции, все описания этой картошки. Какая картошка, какого цвета, какого сорта, какой величины картошки. Все рассказывают. И здесь на месте за эту картошку отдает в руки, только цену нужно отдавать в руки. Покупатель должен отдать в руки. И если они назовут срок, в какой день эта картошка будет доставлена, Или срок даже не назовут, разницы нет. Есть в других мазхабах такое условие еще, чтобы обязательно был назван срок. А у нас в мазхабе, альхамдулилля, здесь облегчение проходит и муаджалан, и халлан, то есть без этого срока и со сроком тоже. Ну, после всего этого. Ну, картошку знает покупатель, его сок или воду знает другой. Тот, кто хочет за картошку сок покупать, после этого. Но главное у нас вопрос, вот эти два продукта, два продовольственных товара, чтобы когда обменяют, чтобы там не получилась рыба, чтобы из руки в руки могли давать, передавать, можно ли вот, находясь на расстоянии, если у них есть чеки,
или какой-то документ, с этим документом пойти, можно забирать этот товар. Передают вот эти вот бумаги, и с этим тоже можно заключить такой договор, чтобы не получилась рыба. Но этот вопрос, у нас такой был вопрос, а так мы объясняли. Любой продовольственный товар, когда бартирует, когда бартером продается и покупается, здесь обязательно нужно соблюдать вот этот шарт, основной шарт. Там одной или категории будут эти товары, или разные категории, разницы нету, из руки в руки что было. Если оба товара из одной категории, например, то есть пшеница за пшеницу, мука, любая мука за любую муку, масло за какое-то масло другое. Ну там масло уже как, за какое, уже другое, как мы рассказывали, топленое масло за подсолнечное масло, это уже не одной категории. Больше-меньше можно весом или там меркой, а так обязательно из руки в руки только остается. Из этих двух шартов. Два шарта из руки в руки. Если из одной категории, тогда и поровну, чтобы было. Грамм на грамм поровну, чтобы тоже было. Бывает такое, что можно подумать так, продовольственные товары так, картошка за картошку, то зачем продают? Бывает что ли такое тоже? Или там зерно за зерно? Ну, бывает такое, когда, например, так, у кого-то очень много российской картошки, а у другого есть наша горная картошка, например. Очень хочется, чтобы мешков 5 купить себе горной картошки, а в руках денег нету, а за картошку бы можно было. А вот для этого что нужно делать? На базаре две разные картошки. Это примеры сейчас мы проводим. Все остальное тоже так же будет идти. Это пример. На базаре картошка горная, картошка российская. Вот у кого картошка российская, он хочет обменять за горную картошку. Здесь обязательно нужно ставить их на весы, чтобы грамм на грамм одинаковый вес, что и было, и прямо там на месте из руки в руки, чтобы тоже передалось. Во всех продовольственных товарах, когда это одно наименование из одной категории, нужно обязательно из руки в руки передавать, и чтобы весом или же что весом продается, что меркой продается, и меркой тоже одинаково, что и было. Поровну, что и было. А если продать за что-то другое, бартер, например, скажем, за стройматериал, или же там за деньги, там уже этого нет. Там никаких шурутов нет. Следующий у нас был в купле-продаже, в котором может случиться рыба, это купля-продажа золотых изделий, золото, серебро. Золото – одна категория, серебро – другая категория. Золото за золото, когда продается, обязательно должно быть грамм на грамм, поровну весом, и чтобы из руки в руки, чтобы передалось. Серебро за серебро – то же самое. А если за серебро золото, или наоборот, в этом случае нужно обязательно из руки в руки, чтобы передалось, а поровну весом, чтобы было, это не обязательно. То же самое, как и в продовольственных товарах. Разные категории, когда. И одной категории. Мы примеры приводили такие, что у нас в жизни бывает, очень много с чем мы сталкиваемся. На базаре приходит человек на золотой базар, на золотой рынок. У него бывает на руках лом золота. Он за этот лом покупает там золотые изделия. Бывают такие случаи? Вот это уже бартер. Это уже золото за золото человек покупает. Здесь обязательно они должны ставить их на весы, чтобы обязательно поровну, ровные граммы, чтобы были, и из руки в руки, чтобы тоже передалось. А так, конечно, не сделает тот, кто изделие продает, ему поровну лом он же не возьмет.
В таком случае так нельзя тогда делать. Значит, если не порвано, тогда попадает в риба. Это большой грех, тяжкий грех, этого нельзя делать. Золото за золотое изделие, лом золота за золотое изделие, когда вот так вот обменяется, вот здесь вот нужно быть осторожно. А если за деньги, тогда что нужно делать? Как нужно делать? Лом нужно продать за деньги. И изделие тоже нужно купить за деньги. Это выход только. Если, допустим, лом и золото, они обуславливаются, ну, одинаковый вес. И он говорит, я тебе сверху еще деньги доплачу. Это тоже риба получается, да? Если, допустим, лом же, он меньше по стоимости, да, чем золотое изделие. Он говорит, тот, кто лом продает, я тебе еще сверху лома там какую-то сумму дам. Это тоже риба. Тоже не получается. Есть такая масала, мудду аджва, известная такая масала, фикхи. Вот под это попадает, тоже нельзя, если часто сверху деньги и это золото. Только нужно делать, категорически, только за лом за деньги продавать и за деньги золотые украшения покупать. А если бартер за золото, там уже опасность попасть в рыба, если не поровну, и из руки в руки тоже. Мы еще говорили, с чем очень часто мы сталкиваемся, когда за деньги покупаем золотые изделия. Эти деньги и купюры, они же, мы сказали, что они тоже приобретают те же функции, что золото и серебро. Сейчас такой хукм у всех алимов. Поэтому, когда человек за деньги, пускай за рубли или за доллары, когда он золотые украшения или серебряные что-то, когда покупает в магазине, если даже серебряная посуда или там, скажем, там саблю какую-то серебряную, когда покупает за деньги, здесь две категории. Это купюры, какие бы они ни были, рубли ли они, или лиры, реалы, доллары, что бы это ни было, это с золотом или же с серебром другая категория. Поэтому здесь только из руки в руки, чтобы было. Поровну этого нет. Здесь только нужно соблюдать, необходимо соблюдать вот этот шарт, чтобы из руки в руки это, чтобы было. Мы говорили вот... Сегодня мы оттуда изделие заключаем договорку при продаже, золотое изделие забираем, а деньги приносим завтра. Или даже если через 10 минут даже пойти принести, тоже даже нельзя. Золото долго нельзя взять, да? И серебро нельзя, и за деньги нельзя, а за что-то другое можно. За муку можно, за... Другое, или за муку это продовольствие, или же за ткань, в которой не входит в категорию продовольственных товаров. И не то, что здесь, когда золото, серебро, когда торгуют, именно вот, или в купюре, или золото, серебро, если не будет, другое что-то, если будет, можно в долг тоже. Если за деньги, за купюры, тогда нельзя. Долг категорически. Если за серебро золото покупать, или же за золото серебро, или за деньги, за вот эти вот бумажные рубли, или доллары, золото, или серебро, когда покупаем, тоже в долг нельзя. Продовольственный товар, который вы говорите, можно долг взять и за деньги? Продовольственные товары. Ко мне пришла такая вещь, что на прошлом уроке мы то же самое рассказали, и кто-то понял, оказывается, что и продовольственные товары тоже нельзя в долг за рубли купить. Кто-то где-то это сказал, потом ко мне приходит, что я говорил такое. Я такое не говорил, я говорил только золото, серебро, когда покупает, нельзя за рубли в долг покупать, только из руки в руки. А продовольственные товары, за рубли, или там, если, скажем, даже за золото, за серебро, за монетки золотые. Здесь можно в долг. Продовольственные товары за такие же продовольственные товары только нельзя в долг. То есть одно наименование из другой, из разных категорий, если даже будут две наименования продовольственного товара даже, это когда бартер идет, с обеих сторон
одинаковые, если и поровну нужно будет. А если из разных категорий, например, скажем, таблетки из аптеки, они продают за что-то, за зерно, скажем. Из руки в руки обязательно, чтобы было, а больше-меньше не обязательно. Там поровну, чтобы было, не обязательно. Из руки в руки продовольственные товары, за продовольственные товары когда. А за что-то другое, чтобы это не было. В долг можно продовольственные товары покупать и продавать. А по телефону можно торговые сделки заключать? По телефону торговые сделки заключать есть такой выход. Но только нужно там соблюдать те же условия, которые мы говорили с самого начала, в начинающих уроках мы говорили об этом, что нужно обязательно там сыра. Вот, продаю, покупаю эти слова. Если с неверным, например, в России неверный человек, например, с ним договор заключается. Разницы нету, верующий, неверующий, неверный, договор купли-продажи. У любого человека главное, чтобы он был разумный человек, совершеннолетний, с ним нужно, можно заключить договора. Пророк, алейхиссалам, покупал у иудеев. Он заключал договора с иудеями. Да, конечно, кто бы он ни был, другой веры или неверный, разницы нету. Главное, чтобы это для чего? Купил, продал, это для чего было? Мы же объяснили вот так. Купил, продал, это нужно делать для того, чтобы когда этот договор купли-продажи же такое важное дело, что у одного человека его собственность, какой бы величины стоимость этого товара не было, скажем, там целый дом, когда человек продает, если твое собственное есть такое поле, скажем, там участок в нескольких гектарах даже, это же из твоих рук уже уходит в другие руки. Тебе обратной дороги не будет, обратно ты не вернешь ее, если скажешь, я продал, тот скажет, купил. Переходит же это такое важное дело, купля-продажа. Поэтому «Инна мальбайу антарадин» же пророк сказал, алейхиссалам, это купля-продажа происходит только если обоюдное согласие, если там будет. Обоюдное согласие кто может знать? Присутствующие не могут знать, если они не скажут что-то. Купил, если не скажет, продал. А потом начнет там спорить, я не купил, не продал я ему этот дом, а просто в аренду отдавал, скажет он. А кто будет знать? Свидетели же не будут знать, если они не скажут этого, не выскажут то, что они хотят делать. Вот для этого нужно, чтобы слово обязательно было, купил-продал. А если хлеб покупаешь, тоже надо? Да? Ну, мы рассказали вот в таких мелких вещах, хлеб, там килограмм мяса, там масло, соль, такие вещи без этого проходит. Тоже, примерно до какой суммы вот так? Ну, то, что мы в обществе считаем, что это мелкое. Для этого определенные рубли, определенные доллары, такое нету, динара, чтобы, дирхамы, чтобы были. Но что в урфе, что в адате люди считают, что это мелкое, там, скажем, вот этот целый тушь, теперь этого барана, тушь целый, или полтуша, это уже это не мелкое. Там обязательно нужно сказать, купил-продал. Если это не скажет, тогда купля-продажа недействительная. Машину, когда продает человек, обязательно нужно сказать. Велосипед, даже если продает, обязательно нужно сказать, купил-продал. А это если уже не человек мелкое. Не знает, ему объяснить надо, да, что ты должен сказать, ты купил, и что ты продал, я купил. Да? Если человек... Ну, если человек другой, если не знает, вот то, что мы знаем на сегодняшний день. Если это слово не скажет, что здесь купля-продажа действительно не происходит, тогда нужно, конечно, ему это сказать. Скрывать нельзя, или даже может то, что может такое делать кто-то, тот, кто знает, в его интересах, например, пока оставит вот этот договор при себе, оставит, что это недействительное получилось. Если где-то нужно будет ему вернуть, или где-то можно, если он пожалеет, что он мог вернуть, а тот, что не мог, он скрывает от него вот эти вот условия. Если такое на душе, это уже гыш, мангашшаф алайсам инна, то, что пророк алайсалам сказал, именно вот в купле-продаже, тот, кто обманывает, он не из нас. Здесь получается обман, нужно сказать. Или же надо делать так, чтобы этот купле-продажа действительно получилась действительным. Мы же несколько раз говорили, когда ты будешь знать какое-то условие,
без этого, без которого купля-продажа не получается действительным, а ты будешь скрывать от другого, ты тоже делаешь харам. Что делаешь? Вот ты занимаешься такой сделкой недействительной, ата'ати аль-укуд аль-фасида харамун, бывает такое. Заниматься такими недействительными сделками – это харам. Разницы нету. Разницы нет, с кем бы там ни было. Мне нужны срочно доллары. Он валютчик. Я беру у него доллары, брать нельзя в долг. У меня денег нет к нему в данный момент. Я у него беру рублей. Я говорю, 300 тысяч дай мне долг. Эй, за эти же деньги я у него потом беру 10 тысяч долларов. Такая сделка проходит? Проходит. Ну, это и выход для, вот именно вот такой ситуации, то, что делают, это для выхода придумали такое. Это делают люди тоже в обменных пунктах, точно так делают. Это, это деньги, которые он у него брал, это уже как кредит он взял, это карт. Но у него свои решения, свои ахкамы даже. А теперь между ними, это то, что ему передал в кредит, в качестве кредита вот эти деньги, он становится хозяином этих денег. Потому что мы карз, если время у нас останется, мы объясним сегодня, я хотел в теме подключить в конце именно вот этот тема карза, тема кредита. Если не успеем, то тогда в следующий урок, иншаллах, мы объясним, что из себя представляет вот этот карз, кредит. Дальше. Вот когда золото за золото, серебро за серебро, из одной категории, когда они поровну, что были, скажем, там посуда, какой-то наименованной посуды хочет купить из серебра, хочет купить за это саблю из серебра, например. Можно такую сделку заключать? Если они в граммах, именно, ну что-то, если вместе с этим будет... Вот там же еще сабли, если пластик или железо, если вместе с этим будет, тогда уже никак не получается, никак не сможет поровну делать этот серебро. Ну, в таком случае тоже нельзя. Обязательно, потому что серебро за серебро получается. Нужно саблю отдельно продать за деньги, посуду отдельно за деньги, потом за деньги тоже другое тоже купить. А так, бартер здесь тоже никак не могут делать. А есть такое в продовольственных товарах, когда продовольственные товары одной наименования, одной категории, когда делают, заключают бартер, мы же сказали, что там два шарта, две условия, чтобы по весу одинаковое, чтобы было одинакового веса, чтобы было и из руки в руки, то, что передавалось. Но во всех продовольственных товарах разрешается такое или нет, если эти два условия будут соблюдены. Можно подумать даже, нет, есть такие исключения, есть какое-то наименование продовольственного товара, да, это как-то коснулось к этому огонь, как так и говорим, огонь для этого использовали. То есть это печеное или вареное, этого уже нельзя. Можно, если там огонь использовался для... Легкий огонь, если использовался, для, скажем, там топленого масла. Топленое масло же тоже нуждается тому, чтобы там на огонь его поставить, нагревать немного. Это не мешает. А если до кипятения, до варения или печенья, если огонь использовался в каком-то продовольственном товаре, точно такое наименование, здесь уже бартер никак не проходит. Потому что там уже... вот это вот равнят в граммах не могут никак. Ну, уже там может быть где-то больше высохло, где-то что-то, ну, абсолютно точно в граммах или там в миллиграммах не можем, поэтому они исключаются, такие товары, которые изготовились на огне. Это тоже запомните. Дальше мы сказали, что рыба происходит вот в сделке купли-продажи и в кредите же даже. Ну и вот, что касается, что входит в сделки купли-продажи, мы поняли даже. Продовольственные товары, золото, серебро,
вместе с золотом, серебром, купюры денежные. Вот здесь бывает эта рыба. Очень легко попасть в рыба. Поэтому всегда нужно спросить, зная вот эти вот опасности, зная важность этого рыба, всегда вы должны остерегаться, всегда вы должны себе задавать вопрос, попадаю ли я в рыба, Потому что незнание рыба нам уже не прощается, потому что мы живем в городе, мы живем где алимы, мы можем в любой день пойти спросить. А это прощается тем людям, которые недавно, вчера, позавчера, который принял ислам, он может не знать. Или же люди, которые живут далеко от села или же от города, они тоже могут не знать. Им, этим двум категориям людей прощается то, что, то есть прощается незнание. Следующее мы сказали, где может мы попасть, мы можем мы попасть в риба, это сделки кредита, карт. Мы говорили вам, что передается от пророка, алейхиссалату вассалам, что он сказал, «Куллу кардин джарра нафан фа ва риба». Любой кредит, которого, за которого кредитор получает хоть какую-то долю пользы, это уже риба. Какая бы незначительная польза от этого кредита, если кредитор получает, это уже риба. Кредит в исламе, кард, исламе это только как доброе дело должно идти. Только в категоричной форме это доброе дело. Только кард должен быть как доброе дело. За это что-то получают, получается. Идет, передается от пророка, что кард два раза человек, если кредит кому-то что-то отдает, ради того, чтобы помочь этому человеку, это ему как бы пишется, что он это уже садака отдал. Как второй раз, как второй раз в кредит что-то человек когда отдает, одинаковую сумму, если скажем, это уже приравнивается тому, чтобы он садака уже отдал, бесплатно кому-то полностью отдал. И еще передается от пророка, алейхиссалату вассалам, арз от садака получать может человек вознаграждение десятикратное. А от карда, от кредита, может получить до 18. А разница, садака за это 10 получает, а за кард 18. А садака полностью отдает. А кард, он обратно забирает, обратно возвращается, все равно на 8 раз уже больше вознаграждения. Почему, спрашивается. Пророк Аллах спрашивает, потому что говорит, садака любой получает, любой берет. Тот, кто просит, попрошает, мы сами видим своими глазами, они просят и просят, даже просят и просят, то, что отдают, не отказывают, сколько бы у них это ни было. Здесь вот одни и те же лица мы сколько видим, прошают. У них, наверное, нормальный капитал уже где-то есть, все равно они просят. Садака, кто получает, они вот так вот привыкают, получают. А кард просит, кредит просит, приходят именно те люди, которые уже выхода не остается. Как-то прийти просить. Люди в кредит просит. Просто пойти просить, попрошайничать легче, чем пойти у кого-то просить кредит. Тот, кто просит кредит, он не попрошайничает. Он бы тоже пошел куда-то попрошайничать, а так он этого себе не позволяет, а идет, берет в долг, чтобы вернуть. Поэтому, говорят, вот так вот в долг что-то брать человек приходит, когда он попадает, у него какой-то критический момент. Очень ему, когда нужны бывают деньги. Деньги или что, чтобы это не было, разницы нет. Поэтому кредит даже, вот так даже сказал пророк Аллах, только этим только можно делать добро. И в Коране аяты тоже об этом только говорят. А то, что у нас делается, то, что у нас во всем мире, и в исламском мире, то, что в банках делается, вот эти проценты, какие-то пользы за эти кредиты, это все риба. Полностью риба. Мы уже, можно сказать, мусульмане даже, можно сказать, уже утонули в этой рыбе. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим.
Ямхаку Аллаху риба ва юрби садакат. Мы в результате всегда мы наблюдаем за этими людьми, которые занимаются риба, или же процент отдает или получает, они в конце концов попадают в банкротство. Они попадают в конце концов в банкротство. Это и говорит Аллах в своем аяте. Ямхаку Аллаху риба ва юрби садакат. Тот, кто как садака отдает или же там без никакой пользы, как делает добро, отдает, это всегда Аллах ему многократно поднимает и взамен этого больше и больше с баракатом дает, а кто риба делает, Аллах этого забирает, сжигает все. Банковская система вообще, кроме как когда ничего там выхода даже нету, да? В банковской системе есть выход, есть исламские банки. Наши банки. В неисламских банках нету. Но они говорят, вот выход есть, да, председатель мечети, центральной мечети, нет, заместитель председателя. Он говорит, выход есть. Эти, то, что банк пишет в проценте и так далее, вот этот процент, то, что идет, это, говорит, записывает. А потом они, ты 1000 рублей берешь, но там сверхвознаграждение, говорит, дали. 1100 рублей, к примеру. Как вознаграждение, да, я говорю, да? Да, вознаграждение. Это, ты спросил, вопрос был такой задан. В банках, любого банка источники, я так и понял, вопрос, если я правильно понял, в наших банках, в каких-то банках есть возможности иметь какие-то источники доходов, кроме рыба, кроме недозволенного. Я так понял, этот вопрос так был задан. Поэтому я на этот вопрос отвечаю. В банках, на сегодняшний день, в наших банках, наши банки только на проценты, они наживаются. Они, у них источники дохода только проценты. Если где-то у кого-то есть какие-то дозволенные, что может быть? Может быть только одно, если по российским банковским законодательствам запрещаются другие какие-то сделки, купли-продажи же в банках. Если где-то у кого-то скрытно, если что-то делает. Производство, например, ведут строительные, есть компании, какие-то делают. А за счет этих средств они же могут дать или нет? Например, когда строительственные компании, когда у них получают деньги даже на строительство. Нет, сама банк строит. Сам банк строит. Да. И любой бизнес такой-то где-то, и где-то какую-то работу делает. Ну, если это делает вопреки закону, да, если делают, я не знаю. А так, как я спросил у них самих, у работников банка, нескольких банков, когда я у них спросил, есть у вас другие источники дохода, кроме этих процентов, они сказали нет. Я не знаю, может быть, если есть, тогда я отвечаю, как мне они ответили. Если у кого-то какие-то есть, с какими-то алимами, если они согласовали, и действительно, исходя из ильма, что-то делают. Но там остается только что в любом банке там нечистые деньги даже. Потому что это капитал, который у них собирается, это через то, что они собрали через получение процентов или отдавание процентов для вкладчиков. Чем-то другим еще заниматься, но получается нечистыми деньгами, нечистыми капиталами. Не знаю, как будет тогда отдельный вопрос из какого-то банка, что-то если согласовано с каким-то алимом, если что-то делается, там нужно рассмотреть. Это подлежит рассмотрению. Правильно ли они это делают? Они соблюдают ли нормы шариата или нет? Это нужно отдельно обсудить. Если, например, вот брату, например, в Ростов деньги отправляешь через Сбербанк, например, там они 0,75%, например,
удерживать, да, это ему тоже грех, да, это деньги получать, эти деньги у него уже риба получается, да? Ну? Когда отправляешь, да, да, перевод денег, да, через банк, когда заключен, когда делаем переводы денег, да, да, перевод. За это банк получает за услуги сколько-то даже? Да, да. Переводишь миллион, а туда доставляется 900, скажем, там 80 или 950 даже? Да, да. Это нет, это не процент, это за услуги они это, скажем, получают себе. Это перевод. Можно, да? Ну, да, перевод можно, перевод из любого банка, если будут, конечно, исламские банки, только из исламских банков лучше делать, а поскольку у нас исламских банков нету, поэтому через любой банк на сегодняшний день можно делать перевод, потому что выхода нету другого. Выхода другого нет. Сегодня с дипломатом денег или с мешком денег куда-то поехать очень рискованно, поэтому нынешние современные алимы дают на это разрешение. Придачу в долг нужно обязательно говорить, дал в долг, взял. Ну, это мы то, что хотели рассказать, вот арз, да, если до этого дойдем, вот это кредит. Да, обязательно нужно сказать. Но что, когда кредит что-то отдает, чтобы знать, он в кредит ему это отдал или просто так отдал, это уже нужно знать. Тот, кто отдает, тот, кто получает, и присутствующие тоже. Для этого обязательно нужно сказать, я тебе отдаю это в кредит, тот, кто считает, я принимаю. Но не обязательно эти слова, чтобы было. У нас мы так, по крайней мере, не говорим даже, когда кому-то в долг отдаем. А достаточно то, что мы делаем. Мы как делаем? К одному из нас приходит кто-то и просит у нас в долг сколько-то, какую-то сумму даже. Мы просто ему отдаем, на возьми, когда возможности будут. И верни. Это тоже уже слова есть там. Действительно, да? А, да, действительно. Если даже ты ничего не скажешь, главное, он приходит, говорит. Там присутствующий понимает, и ты понимаешь. Или же без присутствующего ты понимаешь, что он хочет долг брать. Он, если скажет, дай в долг сколько-то рублей, ты молча отдаешь ему, он забирает, уходит. Тоже достаточно. Потому что вы уже знаете, что делаете. А насчет возврата потом каналов? Насчет возврата, это арз мы... Время не должен там установить что-то, потом через месяц... Давайте все равно мы так вот, раз зашли в этот раздел в кредита, да, расскажем, вопросы будут, ответим. Но мы хотели подробно это все объяснить. Но все равно, насчет возврата, вот когда в долг что-то отдает, деньги или что-то другое, когда в долг отдает. Но обе знают, тот, кто отдает и тот, кто получает, знает, что это кредит. Главное, мы только что рассказали, даже передали, отдали. Вот здесь вот срок называть, бывает, мы называем, люди, мы всегда называем сроки, даже на год отдаем в долг, на месяц отдаем в долг. Вот это то, что мы говорим на месяц или на год, это силы не имеет. Это не имеет силы. Почему? Потому что, когда появятся возможности, этот человек, который у вас взял эти в долг денег даже, этот человек при первой возможности он должен вернуть этого. Еще, как можно понимать, что силы не имеет, вот то, что они говорят, когда в долг что-то отдает, называют срок, и этот не имеет значения, не имеет силы, то есть, если это имело бы силу, тогда бы, отдавая в долг на год, ты бы не мог пойти к нему и попросить обратно это, потребовать у него раньше этого срока. Поэтому я говорю, если не имеет силы, значит, ты можешь в любой день пойти у него обратно просить, потребовать обратно, если есть, конечно, у него возможности. Имея возможности, тоже бывает, когда он знает, но при первой возможности, как мы сказали, что он должен вернуть, конечно, если требует хозяин. А если не требует, если он знает, что кредитор, он спокоен, он не требует, ему нужды до этого нету, тогда он может спокойно себе работать, спокойно спать, если даже он имеет возможность. Зная, что хозяин, он хочет обратно эти деньги, он или требует,
имея возможность, ему ни на минуту нельзя откладывать. Он уже залим. Это рассматривается как зулм. Ну, сроки определять не нужно, да, значит, при даче долг есть? Я сказал, если есть возможность, нужно, если требует, обратно отдавать в любую минуту. А сроки назначают, если просто для истинаса, говорится, называем мы это дело, чтобы как-то определиться, да, в какие сроки тебе они нужны будут. В какие сроки, в какое время тебе эти деньги нужны будут, вот к этому времени. Да, чтобы он ускорил, чтобы он знал, до какого срока у тебя на душе ты отдаешь ему этого. Вот для этого, для такого интереса можно назвать срок. Если я кредит деньги взял, а кредитору, он через, допустим, через месяц он мне идет, говорит, верни мои деньги. Я говорю, ну возможности нету. Я же сказал. Я даже повторил. Когда требует человек, даже кредитор отдал кредит, в кредит кому-то что-то, даже назван был срок или не был назван срок. Когда срок сил не имеет, названный срок почему не имеет сил? Потому что в любой день, когда кредитор к нему идет, обратно требует свое, он должен отдать, вернуть обратно, если, конечно, он имеет возможность. Если не имеет, тогда... Где возьмешь? Нужно оставить, пока у него появится возможность. Оставляет, пока не появляется возможность. 5 месяцев дает долг. Проходит 10 месяцев, не дает. Деньги тоже нету, говорит, золото бери. Как делать? Теперь, вот этот вопрос. Золото бери, говорит. Например, долг. Долг, если они, этот долг, если был, скажем, там, зерно или мука, если было отдано в кредит. В кредит еще не обязательно деньги. Тогда золото, деньги, что угодно можно обратно получить на месте этого. На месте муку или зерна. В прошлом уроке мы оставили один вопрос. Помните? Вот кто-то отдает в долг, или же кто-то что-то продает за что-то, за, скажем там, рубли или доллары, а обратно получает другое. Можно это или нельзя? Вопрос, помните, мы на прошлом уроке оставили более уточненно, мы расскажем. Должен, тот же самый вопрос. Он продал что-то или в кредит отдал, деньги отдал в кредит даже, а теперь обратно он предлагает золото. Если это, здесь есть опасность такая, он тебе должен отдать тот кредит, который ты ему отдал, даже эти деньги, эти рубли. А обратно, когда он отдает, если золото отдает, это может получиться, что за эти рубли, которые ты ему отдал, вот за это уже не твои рубли, если он израсходовал их, получается, что долго на него у тебя рубли. За эти рубли, как будто ты покупаешь у него это золото. Есть здесь опасность рыба. Здесь свободно, спокойно может получиться рыба. Машина отдала. Если машину отдал, уже другой разговор. Здесь, где может получиться рыба или там продовольственные товары, или золото, серебро, в таких местах, вот это вот называется истибдал или же и'тиял, что как-то поменять наименование этого долга. На месте денег что-то другое, на месте серебра, золота, или же на месте золота, серебро, на месте рублей, доллары, на месте доллары, рубли. Получат. Здесь вот опасность рыба. Здесь есть такие условия, несколько и в мазабах, и лапе. Давайте на следующем уроке более уточнённо еще мы этот вопрос обсудим. Вот и вопрос обмена. Да. Когда обратно возвращают? Продают, деньги ему возвращают. А? Ну, сам золото продает, ему деньги дает. Нет, деньги должен, но сейчас говорит, золото бери, только говорит, кирпич бери. Что он золото продает? Но если он себе покупает золото и возвращает золото, тогда вопроса нету. Все продай, говорит, деньги дай. Но есть опасность, когда вот такое случается, да, в кредите были рубли, а возвращают доллары. Или же что-то продал за рубли, обратно, потом он отдает на месте этих рублей доллары. Здесь есть опасность. Но как здесь нужно делать? Какие здесь условия? Все, этот вопрос
нормально, уточненно. Давайте мы обсудим этот вопрос в следующем уроке еще, иншаллах. Я, шейх, один вопрос, вот это насчет долг, чтобы не возвращались, чтобы понятно было мне. Вот, например, сезон, этот, огород копать, я простой пример, легкий. Огород я копаю, выкопал свой огород, лопата у меня есть. У соседа нету лопаты, он приходит, дай ко мне лопату, долг, огород копать. Он ломает ее, исчезает лопата. А следующий год тоже мне копать надо, он до сих пор мне лопату не вернул. Что мне делать? Я примерно деньгами не буду приводить, я простой пример. Ну, лопаты нету, а он не возвращает, год не возвращает, два не возвращает. Я что, обратно должен ее купить, он же не возвращает. Мне же надо сказать, лопату верни мою, я же копать долг. Ну это такая масала, будем называть даже. Но давайте, это здесь у тебя лопата, а у другого может быть трактор, даже? Трактор тоже может быть. То же самое, трактор тоже может быть. Ты на этом тракторе себе поле пахал, а потом соседу отдал трактор, он поломал. Дай долг, я свой выкопаю, верну трактор. Трактор нет. Это называется, вот это или ты лопату отдаешь, или трактор отдаешь кому-то даже на время использования и бесплатно. Это называется ария, то есть на бесплатное пользование. А бывает другая форма за плату, когда мы отдаем. Это уже называется аренда. Ты в аренду отдаешь, даже если без арендной платы на использование что-то, лопата или там трактор, или машина, или что бы там ни было, когда отдают, это называется ария. Только без, то есть бесплатно отдаем на пользование. Даже есть хадис пророка, алейхиссалату вассалам, аль-ариату мадмуна. То есть то, что отдается за арендную плату, это не возмещается. А то, что, вот вопрос ваша масала, без арендной платы, бесплатно то, что отдается, это обязательно нужно возмещать. Ну, не вернул, он сезон уже начался, я должен копать дальше, что делать? Нет, он должен возмещать или не должен возмещать, на это мы отвечаем. А если он не... Но сначала мы это должны решить, даже он должен или не должен. Поэтому я объясняю, если бесплатно что-то отдается, на использование даже, пускай это будет трактор или лопата, поломается у него на руках, обязательно должен возмещать. А если тот же самый трактор, если в аренду отдается, он пользуется этим трактором и без его вины, без его халатного отношения, поломается трактор, но он не обязательно, он не должен его возмещать. Я простой приведу, еще более понятно. Непонятно стало. Вот у меня миллион. Год один раз я еду за товаром. В январе поехал, привез товар. Я уже на 500 торганул в течение 3 месяцев. Деньги зря лежат до следующего Нового года. 9 месяцев приходит сосед, родственник там или кто-то. Дай ко мне, я буду валюту крутить или что-то. Я отдаю ему деньги. Приходит обратно тот год, который я должен ехать за товаром, чтобы понятно было. Он деньги не отдает. Год проходит, два проходит. Деньги мне тоже нужны, я за товаром должен ехать. Вот уже совсем другая масса. Уже для этого примера ты совсем другая. Поэтому, отвечая на вопрос, нам нужно обязательно вот что сделать. Назвать вещей своими именами. Даже первый пример у вас совсем другого раздела. А это пример совсем другого раздела. Месяцы хочу я узнать. Например, ну теперь скажите, то, что нужно вам сказать, вот деньги я были вот, например, удары. Допустим, миллион, правильно? А? В начале года иду за конфетами, допустим, инхийские основные. Скажем, давай. Поехал, да, привез, Рамазан месяц я его продаю, все делаю, потом до следующего Рамазан месяца мне деньги не нужны. Человек приходит, просит, ты же... В долг отдали, да? Ну, вообще, я пример привел. Он говорит, деньги у тебя лежат, честно, дай ко мне, говорит, пока ты поедешь в следующий раз за товаром, до Рамазана месяц, один месяц, вот, я тебе эти деньги верну. Хорошо, условие такое, до Рамазана месяц вперед ты мне должен деньги вернуть, потому что я должен за 2-3 КАМАЗа ехать за конфетами. Значит, в кредит отдали, да, ему деньги, получается? Долг отдаю человеку. Долг, это кредит, да. Деньги вернут обратно. Понятно, кредит, это кредит. У тебя год, говорит, зря, полгода, говорит, деньги лежат зря. Давай, говорит, я хоть... Понял, это кредит, как там не было. Время подходит ехать за товар, деньги не возвращает. А что делать? Год проходит, два проходит, 3-4 и так далее. Ну, слушайте, сейчас вот то, что только что мы конкретно это даже объясняли, как. Этот пример теперь, это кредит. А пример лопаты, это не кредит. Вы просто называете кредит, это не кредит, это в другой раздел входит. Теперь уже деньги, когда отдаются, да, в кредит, скажем, там, срок назвали, до следующего Рамазана, даже до раньше месяца Рамазана. Мы же рассказали же только что. Вот называемый срок, этот срок не имеет силы. Вот это хотел я уточнить. Не имеет силы. Почему? Все равно я говорю, если это не имеет, в каком смысле не имеет силы? Ты можешь в любой день, если у него, он имеет возможность обратно забирать, до Рамазана ты можешь пойти у него забирать. Вот что я имею в виду, что не имеет силы названный срок.
А названный срок, когда человек кому-то в долг что-то отдает, срок. К тебе долг дай, говорит. Конечно, он приходит. Сам должен идти, получается, да? Благодарность где есть надо? Не, на что-то. Это тоже так же вопрос. Это когда в кредит отдается, кто должен вернуть, если в разных городах. Там же бывают еще вопросы, связанные такие с кредитом. Например, эти деньги-то ничего, там расходы нету, что за доставку ничего не нужно отдавать за деньги, в карман можно их нести. А бывает, что отдает целый КАМАЗ кругляка, например, в Карс, или же целый КАМАЗ муки отдается в кредит, потом обратно ее привезти. Ты должен пойти за этими мешками, 200 мешков, или он должен тебе принести их обратно. Вопрос серьезный. Есть для этого тоже ответы? Но эти деньги, здесь расходов нету, для доставки расходов нету. Поэтому основной вопрос заключается не в том, что кто должен пойти или кто должен принести. Здесь вопрос у вас основной, он не отдает. Он отказывает, к сроку отказывает отдавать. Разницы нет, к сроку он отказывает отдавать. Или же раньше срока, если вы у него потребуете, он откажет отдавать, тогда рассматривается, нужно посмотреть, имеет он возможность или не имеет. Ну, заранее ты давай деньги, ты знаешь, что это такой средний человек, он вряд ли сможет отдать. Но ты хочешь искренне человеку помочь, что-то сделать, отдаешь ему 200 тысяч, 300 тысяч, что-то делать, дома купи, дочку видят, там любое время бывает. Отдаешь. Но ты знаешь, что он тебе не вернет вовремя, а не отдать тоже не получается. Ну, человека знаешь, да, просит, да, дай, да, ну, дал ты ему, он не вернет тебе по-любому его вовремя. Год, два, три пройдет, потом корову продаст, если продаст, и до сих пор не возвращает уже. Просто его напрягать нельзя, я знаю, Паша. Напрягать нельзя. На него пугать нельзя его, потому что чем сабру делаешь, больше кередет. Но ты знал, что он не вернет тебе. Но получается, тогда брата мусульмана помогать не надо, что ли, тогда? Помогать можно. Помогать можно. Он не вернет тебе его. И кушает, и спит. Он просто не заинтересован. Человек, который должен заинтересован вернуть, он должен как Баба Карла работать, ей на меня нахли. Друг, я завтра умру, как я ему верну? Вот такую вещь я имел в виду. Но теперь мы... 10 лет не возвращают, а договор был через 3 месяца, 2 месяца. Там, знаешь, вот это... Даже если 3 месяца был договор или год был, я же говорю, можешь пойти раньше потребовать у него обратно. Раньше потребовать, или к сроку потребовать, или после срока. В любое время ты можешь у него потребовать обратно. Вот это и я имею в виду от того, что я говорю, что здесь название срока не имеет силы. Это понял даже. Потом, когда вы начнете у него требовать свое, вот в этом моменте, если он отказывает, мы только что должны делать? Как отвечает, например, если имам разбирается в этом деле, он смотрит, имея возможности, тот отказывает, или же он не имеет действительно возможности. И вот от этого будет зависеть. Если не имеет возможности, тогда его нельзя напрягать, его нужно оставить. А имея возможность, если он возвращает, тогда силой можно у него забирать этого. Просто для этого нужно, конечно, решение имама, и силой у него можно забрать. Просто когда даешь, ты хороший, а когда забирать... Ну это да, это у нас... Вот такой вещь бывает. Это у всех практически процентов здесь такой проблема бывает. Просто я понятно хотел. Значит, когда деньги даешь, я не должен месяц называть, потому что он силу не имеет. Когда, например, попросил 100 тысяч, вот тебе 10 тысяч, я ларух, короче, будет возможность, отдашь, не будешь отдыхать тогда. Тебе его не обидно, тогда получается. Не, ну, мы учимся то, что есть у нас, это нами придумано этот ильм даже. Чтоб ильм есть, мы говорим. Но называть срок можно. Я не говорю, что нельзя называть срок. Можно для чего? Для какого интереса? Я же только что рассказал то, что мы делаем. Чтобы ориентироваться, когда тебе эти деньги нужны будут. А шариатская сила, юридическая сила, вот это здесь измеряется. Он, эта сила имеет этот? Ну, почему я говорю, если ты назовешь срок, год даже или месяц, если имеет эта сила, тогда ты в других мазабах имеет эту силу. Мазаб Малики, например, имеет силу. Он не может. В маликитском мазабе кто-то, если называет год или три года, раньше этого, как бы он умирал от бедности, он не может пойти у него забрать, если тот сам от себя, если не вернет этого. А у нас в мазабе этого нет. У нас в мазабе, если даже срок будет назван, это не будет иметь силу, то есть в любое время ты можешь пойти и у него потребовать. Раньше этого срока или после срока. Еще один вопрос короткий был. Вот женщина продает дом, я покупаю у нее дом. Через 3 месяца ее родственник приходит и меня забирает дом. Говорит, что женщина, которая сделала движение, ну, имеется в виду, вот это торговля, вот ты продал, купил, сказал, силу не имеет. Шариат что говорит на нее? Нет, женщина такая же, такой же человек, а свое она может продать.
не свое, и ни женщина, ни мужчина, никто не может ни свое продать. Если на это не имеет какой-то полномочий, или там, если он не будет васи, кому завещали, тот, кто умер. Или от имама, если жена продает дом, кого? Муж, жена местная, живет. Жена продает дом, деньги получает. Потом муж говорит, как говорит, без моего мать сюда. Муж, женщина, которая сделала даром по шариату, не считается, говорит. Считается, почему не считается? Женщина. Женщина главное, там, чтобы род здесь не имеет никакого отношения. Род женское или мужское. Главное, если она свое продает. Понятно. Если вопрос. Вот давай, теперь этот вопрос. Жена продала дом, общий дом, даже. Если она продала общий дом, здесь как выходим? Ответ на этот вопрос вот такой конкретный. Если теперь разбирает, приходит к имаму даже, как он делает? Это тоже нужно знать. Чужое продавать, я же сказал, что нельзя. Здесь дом может быть половина ее, половина его. По шариату это может быть половина ее дом, а половина его даже. Тогда, если она продает без его разрешения, без его ведома, если она дом продает, здесь получается, что она продает свою долю. И вместе с этой долей, долю мужа тоже, даже здесь получается сделка в ее доле, а в его доле не получается. В ее доле получается. А есть такие очень много вопросов, в селах тоже бывает. В наследство идет какая-то площадь, участка даже, в наследство, два брата. Или два брата еще вместе с ним, две сестры, например. Участок большой, а пока еще наследство не разделили. Один себе прихватил этот участок отцовский, пока еще не разделили, скажем, там наследство. А он продает, там и находится, человека можно найти, который это покупает, зная даже, что это не все его. Там есть доли других его наследников, даже его братьев, сестер. Он когда продает, вот здесь тоже сделка получается, действительно получается в его доле. А в долях других его братьев, сестер не получается. Нужно деньги обратно вернуть, эти хозяева могут свое отстоять, свои доли забирать у покупателя. Понятно. Ну, здесь нужно вот что делать. Женщина любой свое может она продать, но здесь род не играет. Еще один короткий вопрос был. Этот человек кирпич продает, допустим, у него, и он клиента не может найти, а человек хочет кирпич купить. Я знаю этого клиента, кто хочет купить, и кто продает, знаю. Я тому говорю, кто продает. Короче, ты почем даешь? 7 рублей даешь. Я тебе вот нахожу человека по 7 рублей, ты мне оттуда... Не махарич, а определенный процент, как на русском сказал. 3 рубля, там, 30 копеек с кирпича там. А тому говорю, я тебе нахожу кирпич по 7 рублей, где везде 9 есть. Хороший кирпич такой же. Ну, человеку вместо денег работы дали там что-то. Ты мне тоже 30 копеек дали. Я и сниму, имею по шариату, как это. Я как посредник получается. Ну, разрешается это? Сниму, брат, деньги, Отвечаю на из вопросов мы получаем какие-то знания даже. Ну, этот вопрос еще раньше был задан, такой вопрос, что на базаре очень много такими делами занимаются люди, посредничеством. Такой ответ на этот вопрос, чтобы там не было кирпич, или там куртка, или там норковая шуба, чтобы там не было даже. Кто-то продает, ты знаешь продавца, ты и знаешь покупателя тоже. Ты идешь к этому продавцу. Это дубленка, скажем, его. Или же это кирпич его собственность даже. Ты ее просто как посредник, это берешь у него и перепродаешь тому другому как будто даже. Но вот когда ты с этим человеком, хозяином этого кирпича, ты не заключишь договор купли-продажи, остается его собственностью пока даже, ты получаешься, что продаешь его кирпич, не твой кирпич. Я их свожу. Сводишь? Да, я на стороне, я телефоном работаю, его свожу вместе с ним, он довольный покупает у него кирпич по 7 рублей, довольный уходит. Это тоже покупает, этот резко в сторону отстегивает, это тоже когда уходит, отстегивает. Я вообще не предлагаю, просто я их соединяю, идею. Ну, понятно, за это, понятно и получаешь, за это и получаешь от обеих, даже? Да, они довольны, дают, вот тебе 20 тысяч, тебе 20 тысяч рублей, довольны. Но я в чем на заводе Мишеле нахожу лично. Ну, этот вопрос, так если, это такие агентства у нас есть, даже целые агентства. Такие работают посредничество агентства. Вот вопрос агентства. Они халалом занимаются или харамом занимаются? Тоже вот этот вопрос. Ну, это когда он договаривается с продавцом, я тебе найду покупателя даже. Сколько у тебя это будет стоить, например? Скажет он, будет стоить, эта машина 100, даже будет стоить, 100 тысяч будет стоить. Тогда я тебе найду такого человека, покупателя, который тебе отдает 100.
Ты возьмешь 80, а 10, 90 возьмешь, а 10 отдашь мне, я найду тебе такого покупателя, который за 100 покупает. Даже договариваешься, это конкретный договор, называешь сумму, цифру называешь, ничего ты не скрываешь, не утаишь ничего, тогда можно такое делать. А с этим тоже, найди мне такого продавца, который продает такой товар. Найду, за это что мне будет, я найду, что за это мне будет, например. Вот договариваешься конкретно, и конкретная цифра можно. Понял. Там нет, никаких задних мыслей нету. Все, если это будет, конечно, идти открыто. Если открыто. Открыто. Если открыто будет, там ничего такого нет. То, что он говорит, вот это, знаешь, человек, что долг тебе не возвращает, который нечего у него взять, ты ему в долг деньги отдавать, чтобы не отдать, можешь остаться? Конечно, это же выбор же за тобой. Когда любой человек, когда подходит, чтобы в кредит что-то отдать, знакомый, незнакомый, не должен отдавать. Конечно, мусульманин не должен обмануться, потому что, тем более, на сегодняшний день, какие только не подходят. Даже когда подходит с таким намерением не вернуть ему. Вот до того дошли люди даже. Именем Аллахом приходит, говорит, вот так, я тебе верну. Именем Аллаха нельзя просить, он то, что нельзя делает, значит, получается. Но если именем Аллаха, если дом попросит, человек придет, нужно отдавать. Не бывает же такое. Но мусульманин, как пророк Аллах говорит, мусульманин, он должен быть бдительным, он должен не обманываться, не давать себя обмануть. Это мусульманин обязанность. Обманется тогда, что бывает такое, что вот это обещание, кто-то тебе что-то обещает, ты надеешься на его обещание и отдает что-то. Вот обещанное имам не может потребовать, юридической силы не имеет. Но он делает хиянат, доверить ему нельзя, он плохой человек, он приобретает качество мунафика, но юридическая сила в шариате не могут его заставить выполнить обещанное. Вот такие дела. Ну, у нас связано с этим рыба, связано с этим карзом, еще много чего осталось, что хотел рассказать, все равно на времени не хватает. Давайте еще, может быть, тема рыба, еще продолжаем тему карза, в следующем уроке тоже, иншаллах. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Аллахумма салли аля мухаммади ва аля али мухаммади ва саллим.